Сейчас будет жесть. И в прямом, и в переносном смысле. Жесть, она к чему ведет? К тому, что кончился Afterlife в том его понимании. Потому что нашему знакомству с братьями уже 22-й год как пошел. Они всегда понимали, что такое телевидение. А таких людей сейчас мало. Сейчас мысли другие пошли. А как кому бы всунуть? В прямом смысле. Ведь набирают курьеров, девушек со стройными и длинными ногами. Сиськи, чтоб большие были, да и мордюська миловидная. И вот такие курьеры отбивают бабло. Каким макаром? А сейчас объясню. Приходит это чудо гороховое, предлагает рекламу в газетке. Ну, газета, конечно, конченое говно, но цена 3000 рублей. Понятно, что за эту сумму она себя не уступит. Но давайте о главном. 97% тёлок саунных – это крокобыдлы еще те, а тут радость-то привалила. И знаете, можно отдать, и хрен знает зачем ту самую сумму. Но чтоб понятно было, что если и не всунул, то хоть увидел. И мы не будем говорить о качестве товара, товар-то другой. Мордюська миловидная. Но когда приходит человек грамотный и правильный, человек, отвечающий за свою работу, то денежки на мордюську уже потраченные. Я с такими как-то сталкивался. Но сейчас не время кредитов. Хотя я брал. Так вот, как-то я зашел в одну контору и увидел девушку такую. 4 балла. Титьки что надо. И вот такие девахи выдавали кредиты. То есть мужики думали и совсем не головой. А хозяева Afterlife думали головой. Да, они сейчас заняты другим делом, и это не автомобильная тема. Но в оконцовке сюжета вот вам цены. Посмотрите, вот такая цена для поставщиков вашей резины. А теперь думайте, за какую сумму вы ее купить-то можете.